Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за кхмеров Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm на 10 игроков со случайным деревом технологий социальных политик. Если вы не видели начало, то лучше перейти к нему, ссылка на первую серию есть в описании. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество», спасибо им за поддержку. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Все нормально, продолжаем. При каких тебе союзы свободны? Я не знаю, посмотри. Научно. Древние стены. Водяная мельница. Нет, все это фигня. Все это фигня. Джубель Баркал, я не хочу вместо... Давайте еще тут строителей делать. Так, у меня куча веры. Мне не хочется за 560 покупать, честно говоря... Так, тут давайте гавань. Тут священное место негде ставить. Венеции я явно больше всего влияю, да. Сколько науки? 27,5. Картографию открыл. Это у нас рыбацкая лодка. Нет, все нафиг не надо, неинтересно. Так, тут давайте на производство. В смысле? Здесь тоже. Индус, а ты, получается, атакуешь колесницами? Может, гурдвары лучше купить? Но тут пускай они достроятся. А в какой-нибудь вот тут купить гурдвару. Ты про разведчика сейчас уберу. Вима Маяпури тоже можно купить. Инженер хреновый. Торговец. Кстати... Этот интересный торговец. Что это, этот вулкан так? Да, вулкан. Расхерачил. Да, одного очка эпохи не хватило до золотого века. Алексей уже думал, что это я напал на него. Да не, мне сообщили. Так, ну что? Вопрос, монументальность. Ну, зачем мне исход евангелистов? Я сейчас думал, кстати, ну, я точнее не думаю, я точно отправлю пару миссионеров к Англии. Но для этого исход евангелистов нафиг нужен. Здесь живут драконы, точно нет. Вопрос только реформ денежного обращения, либо монументальность. Но дело в том, что реформы... У меня тут всего два каравана, и ну, в течение этого, этой эпохи будет увеличиваться количество караванов, но... Давайте монументальность. Мне кажется, монументальность... Покруче будет. Ну, 192. Все равно как-то дофига. Все равно как-то дофига у тебя науки. 192. Кто вылетел? На Венгрии. На Венгрии. А он вылетел или ушел? Я не смотрел. По-моему, вылетел. Сейчас спрошу. Ну, если вылетел, то может... А у него там... Это у него-то один город остался, или кто там? Да, я его почти вынес. Так, берем теократию. Мне кажется, нет смысла. Не заходить. Значит, первый посол. Мне в арму надо.
Ну, не знаю, нужна ли мне скидка. Мне кажется, сейчас пока нет. То я бы взял довольство с гарнизоном и содержание юнитов. У меня тут юниты стали теперь намного... Да, минус 16, нет, видите? Так, значит, фарму. А, он, наверное, с ноутбука заходит. Давайте получим. Так, блин, пошли. Пряности обрабатывать. Тут рынок. А, ну тем более я смогу караваны сразу покупать за веру. Здесь. Индия, это так, мой город, не надо сюда ходить. Так, 6 веры, 147 веры. В смысле твой город? Я сразу сказал, оставь мне столицу Венгрии. За соглашение оставить. Но мы же не подписали, значит столица моя. Разве не логично? Вот и меркантилизм. Блин, мне нужен... Если бы мы подписали... Так, мне нужен великий торговец стопудово. Бы тебе. А так? Я же спросил тебя, я тебе даю право прохода, ты мне оставляешь столицу, ты сказал нет. Мне нужен Индия, великий торговец. Ну, нет. Индия. Что случилось? Все баты. Ответчика были в Тахамарке. Блин, тут тоже рабочий бы не помешал. Так, давайте мы в Харихаралай покупать рабочих будем по одному. И улучшать клетки в городах. Аккад Катуса. Губернатор Рейна в Яшатхарапуре. Лян в Харихаралае. Так, Ереван, Болонья, Хатуса, да. Ко мне, наверное, никто ничего не отправляет, да? О, нет, смотрите. О, так ко мне тут Кри 6. Ну, не так уж и много Кри тут с меня имеет. Пока. Кри, а ты дипломатическую службу открываешь, откроешь? Через два хода. То есть учетные банки поставишь, да? Это будет две еды и два производства в те города, в которые он отправляет. А он отправляет куда? Анхартхом. 4 штуки. В Анхартхоме, считайте, будет 8 еды и 8 производства. Плюс. То есть прилично 1/5 сверху. Так. И я продолжаю покупать... Гурдвары. Тут достраиваются. Что с ресурсами? У меня жемчуг закончился, но у меня жемчуг вот тут есть. Я думаю, что я эту... Вот сейчас у меня рабочий тут появится, я его туда поведу жемчуг обработать. Выкуплю в Лингапуре. Что я подумал? Ну, вы как всегда, конечно, не знаете, но я вам скажу, что надо бы мне просто пару миссионеров и пускай Англия дообращается. Хотя, слушайте, это... Давайте возьмем два миссионера, даже не апостола, миссионера. Два. Одного в Англию, одного в Кри. Все. Следующим ходом, видите, могу купить караванчик уже. Так, значит, тут 4 заряда, 4. Одного сюда, одного в столицу. Что тут столица обрабатывает на данный момент? Лес, вот эти холмы давайте. Так, дальше в Харихаралае. Блин, ну мне что священное место тут, собственно, некуда бахать. Что кампус. Ну что тут, блин, ну и театралка, ладно, фабрику.
фабрики мы тут открыли. Давайте сюда на плюс 3. Центр коммерции. Ну, уголь уже у меня есть. Зашибись, но как-то мало. Будет ли у меня больше угля? Блин, этот укри. Он уже угольную электростанцию. А, нет. Тут тоже у него уголь. Прикол. Так, ну у меня больше нигде рядом нету. То есть у меня только один источник угля. Ну, а, блин, Грек ставит на уголь. Вот он почему, наверное, сюда... Слушайте, в баллоне еще уголь. То есть, если я... Ну, блин, вряд ли мне кто даст баллонию засоюзить. Да. Все, ну, хоть что-то, хоть какой-то уголь есть, ладно. Это терпимо еще. Колосс... Последний город ставлю. Но у меня мало счастья, потому что я реально очень много городов поставил. Давайте даже посмотрим, есть ли у кого-то больше. Значит, у меня 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 поставлю. У Инка просто 6. У Кри 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На 2 меньше. У Америки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У Нубии 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, кстати, Нубия тоже неплохо. У него там, видим, очевидно, сверху у Индии дофига. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, тоже 11, слушайте. Греция мало, Англия мало. Ну, кстати, 8 уже. То есть у Англии там где-то острова, похоже. Город страдания. У Венгрии город страдания. Я понимаю, что Венгрия с Польшей дуэльку тут играют, да? Пришли, сели дуэльку поиграть. Так, дальше что тут? Идет обработка. Меркантилизм. А, мне, блин, слушайте, я же великого торговца хотел. Ну, это дороговато. Не, я, наверное, так буду открывать. Мне, ну, у меня куча тропических лесов, которые надо обработать. Кстати, мне еще в Анкарвате все равно акведук нужен, потому что он счастье дает. Так, Маскатео. Ну да, нет, в Мистовасис лучше. Будем... А этого в Шеффилд. Так, рынок готов, фабрику. Покупаем караванчик. Так, первого посла мне больше, по-моему, никуда не надо. Хотя, а у меня даже и послов нету, да. Поэтому мы ставим на учетные банки. И, по-моему, у меня к этому, к нумибийцу подороже будет, я имею в виду на деньги. Потому что экономический союз все-таки. Тя плюс 6 всего. Не, подожди. Я не понял.
Я же сказал, это мой город. Куда ты тут лезешь? По две руинки в океане увидел. Даже три. 13-13. 13-12. К этому... 8-6-6. Ну да. Реально. К Нубии. Из Харихаралаи и из Кампонгсвая и Пхавапуры. Ну, я бы из Харихаралаи отправлял. Так. Гурдвара. Акведук. Или давайте сначала мастерскую, потом акведук. Да, это тут Нубия прохалявила с этими руинками. Приобрести миссионера и приобрести апостол. Ну, пока, наверное, оставляем. Надо дальше гурдвары покупать. А еще не везде просто. Я такая, мне больше гурдвары больше негде покупать, кстати. Ну, тогда на рабочих. В этой ветке, кстати, удачно для пехоты вообще получилось. То есть в обычной циве, ну, с обычными технологиями пехоты почти не нападешь, а здесь прям напрашивается. Можно, короче, мушкетеров не открывать, типа там. И из мечников сразу. И там нефть прям перед пехотой. Подожди, а ты ж не сможешь, по-моему, апнуть без мушкетеров, нет? Смогу, по-моему. Еще посмотрим. Нет, не ты не сможешь, да. Не знаю. Ты либо, ну, строишь сразу этих ребят, кто там, пехота, да? Либо, если ты хочешь апать из. Из мечников, то тебе надо мушкетеров открыть. Ты что, не знал? Открыть. Столько играешь? Их нужно открыть. Ну, их нужно открыть. Ну, там... Но все равно там удачно. Там прям вот в новое время, там сразу нефть, короче, вот эта вот технология. И дальше пехота. Почувствуй себя Вавилоном. Осталось только нефть, чтобы у тебя была. Согласен. Какая нафиг статуя Зевса? Мне теперь надо сносить этот город. Лучниками. Ну да, да. Боль. Не, так, я, значит, конечно, тут... справлюсь, но... Это будет на больнее, золото в Нубию. Ну да. Особенно, когда кто-то... Давайте все-таки больше производства, чтобы было. А тут уже есть один рыцарь. Два. Да, видите, он поставил ванкарт, и этот поставил уже тоже. Ну и я карточку поставил. Но у меня к ним не бегает. А, еще один. Ну, фарас давайте, наверное. Блин. Может, из Кампонгсвая действительно тогда? Тут дорога есть, да? Ну, просто что из одного города все отправлять? О, еще могу торговца. Так, давайте строителя. Ну, блин. С Кампонгсвая я перекинул, да? Давайте из Пхавапуры. Ну, Везувий. Ух ты, как он тут инку-то всякого наделал. Промышленная на плюс один. Блин, ну вот, понимаете, тут плюс один от каменоломни. А если я ставлю вместо каменоломни акведук?
то оно не работает. А, ну это, наверное, кампус на плюс 2 хотя бы. То у меня кампусов мало. Нет, блин, давайте мы дождемся, когда он сам... Ладно, давайте пока просад. Здесь я лучше эту клетку куплю. Реально. Жемчуг. Дополнительное счастье. Универ. Ага, и все, отлично. Так, Харихаралая. Матерь статуи Зевса, Челиня Каса де Контрасьон. Я сидел еще думал, почему он армию не строит. То есть он просто да. Сколько-то ходов назад уже куда-то свалил, да, и сидел? Почему нет? Он отбивался, но он, в смысле, армию в городе не строил. У него был один лучник и стены с этим, с военным районом. А тут статуя Зевса. 33 науки, кстати, от Веры. А им всем приходится кампуса. Ну, мне тоже надо будет кампуса, это же не навсегда, так сказать. Так, мне бы еще послов, на самом деле. Тут где-нибудь есть, что я пропустил? Нет, это на... Великая осада страдания. Ну, это я, кстати, ускорю следующим ходом, у меня откроются средневековые ярмарки. Последний оплот ордена мирного Ганди. Просвещение... Ну вот просвещение еще какую-то науку даст все-таки. У меня тут есть города. А, нет, нету. Надо до 15. Слушайте, у него вырастет до 15, у него еще больше науки станет. Так, из Пхавапуры Фарас. И из Кампонгсвая в Мирое. Открыты средневековые ярмарки. Ну, чисто Амани. Пошел, ну ладно. Так, ну, я все-таки в город хочу, в какой-нибудь Амани. Ганди. Какой тут выглядит поприятнее? Наверное, в Пхавапуру. Это мое страдание. И мое тоже, я над ним уже ходов 8 или 10 страдаю. 80 ты хотел сказать? Угу. Блин, не получилось взять за один ход. Так. Вот это все вырубать надо. Ну, этого сюда. Отправим этого сюда. Этого сюда. Ну, тут очень не скоро еще черепашки добавятся, так что просто обрабатываем лошадей, а потом соль. Как неудачно с тобой союз подписан, а? А как посмотреть, когда дружба заканчивается? Как союз, я знаю, как дружба. Английский. Если у тебя на русском языке, то никак. На английском. На английском там же будет союз. Так, банковское дело. Потом вот тут тихие. Институт просвещения. Институт просвещения я открою. Собственно, после меркантилизма. Союзу показывает, сколько осталось союз. Но если у нас нет союза, а только дружба. У тебя игра на английском. На английском. Просто первая вкладочка, где информация о лидере отношений, там... Блин, вообще никаких послов больше нету нигде. Я не понял, истории. Ты решил великий раздел Польши устроить? Колониализм. Да. Средневековые ярмарки. Астрономию открыли. Так, ну, во-первых, рабочего. Отдали ей страдания и разойдемся миром. Нет ли мне смысл стать? Не, ну мне тут есть. Все, это будет самый мощный. Мне это все надо. Столица не Варшава. Более того, мы скоро
Мне еще придется с просвещения, видимо, хорошо, поставить карточку. В смысле? Что-то я не заметил. А кто Польшу пилит? Все. Я собираюсь. Как в истории, да? Греция снизу, по-моему, может Инг при желании. Право Ганди. И все, сверху море. Где тут Польша? Первый раздел Польши? Да. Надеюсь, что других не будет. И при этом я выжду. Ну, как бы 65 науки и 25 культуры. Очень, очень заманчиво напасть, несомненно. Кстати, интересно, насколько было бы проще жизнь поляков, если они бы не было бы кириллица? Мне же реально, ну типа, мне кажется, кириллица под их язык бы больше подошла. Почему? Ну не знаю. Потому что, ну, у них там, например, шипящих звуков много, и там они пишут под 3-4 буквы их. Нет, почему? Они просто сверху этот ставят. То есть Ж это такое З, сверху птичка. Аща. Ну, найди, там это на самом деле одной этой буквой все равно обозначается. Разве? Причем там, по-моему, даже Ж как-то через Р. На самом деле. Если мне не изменяет память. Дед Бородет, ты не помнишь, что там у них? Ну давай, Ганди, бей рыцарями город. Ну? Ну? Нехорошо пользоваться моими силами. Ну и кто в итоге захватил? Я не успел нажать. Я ждал, пока он какое-то страдание, чтобы тыкнуть своим мечником. И чуть-чуть не успел. Мирда Ганди. Не дотыкал. О, меркантилизм. Пошел распил Польша. Так, значит... В меркантилизме мне что-нибудь ставить надо? Ну, кстати, на уголь можно было бы. Как сдаться? У меня армия вся с другой стороны. Я тупо не успею. Воевать. Чем? Чем-нибудь. Так, давайте я поставлю вот на улучшение селитры. У меня они и так строятся, я не успею достать. И угля. Там уже треть города снесли. Как-то мне эта игра вообще не пошла. Банковское дело, меркантиль. Так, просвещение. Я мог и раньше напасть. Что-нибудь кого-нибудь брать? Начиная с цивилизации, на которой я никогда до этого не играл. Фабрика 2 производства. Ну, слушайте, я ни одного великого человека до сих пор не взял, кстати. Тебе просто надо было как-то про науку не забывать. Что у нас по религиям? Я не забывал. 187, 138, 113. Родов только 2 ну, было. Прилично. Долгое время. Вот у нас троих. Ну, даже... театралка зато красивая. Вообще город страдания красивый поменьше. Город. Да, передайте своему другу большую спасибо за игру, потому что действительно было интересно. Я молодец, что он не ливнул, потому что на самом деле на старте он забрал из трех городов один, который между столицей и верхом, и Краковым, который сейчас. И
то, что он досидел с нами до конца, делает ему большую честь. Так а зачем тогда? Почему он потом, когда рассинхрон был, почему он пропал? А, он на ноутбук переходил. Видимо, собирался спать и решил с ноутбука поиграть перед сном. И у него что-то с интернетом случилось. Понятно. Причина есть. Амфитеатры. Так, культура Уинка, кстати. Слушайте, ну я даже с одной театралкой, видите, врой. Ну, тут, конечно, Кри основной претендент на победу. Вопрос только в ресурсах. Да, это я никак не ускорю. Это только одна гавань, в принципе. Конечно, с театра... Ой, стоп. Не забываем покупать строителей. И мне тут кучу всего обрабатывать надо. Так, это можно убирать уже. Мне надо тоже везде акведуки ставить, потому что они дают счастье мне. И веру. Три веры и плюс одно счастье еще. Поэтому это нужные штуки. Тринадцать, двенадцать, одиннадцать. Кто не понимает, откуда так много науки у... Слушай, Греция, давай я тебя отдам в Варшаву, еще... и ты больше не будешь меня трогать. Мне, кстати, нужны... Чем он на тебя нападает? Мне нужны эти... У меня в Варшаве нет... Развлекательные комплексы тоже. Так, где они тут? Потому что, по-моему... То ли арена, еще то ли зоопарк, скорее всего. Летучий отряд. Где она тут? Вот, зоопарк дает плюс одну науки за каждую клетку с тропическим лесом или болотом в этом городе. У меня тропических лесов дофига. То есть мне вот в этом городе нужен развлекательный комплекс стопудово. Неожиданный. В столице вполне можно. Договор. О дружбе. Так, Кри и этот... Кри предложение, Нубия предложение. Так. Кри предложение. Нубия предложение. Сейчас подумаю. Так, вот, ну что тут думать-то? Ну что тут думать? Что тут думать, нападая? Так, в тропические леса надо всех этих. Ну, и предложение. У меня куча рабочих. В любом случае. Так, а нафига мне тут арбалет вообще? Давайте в столицу. Определим его, я тут и так все вижу. Греция, ты же не будешь меня больше трогать? Плимут. 4, нет, давайте в Лондон дальше отправлю. Ну что, три этих не хватает, да? Хотя вообще, может, и хватит. Нет, не хватило, блин. Местовасис. Анкарват. Монумент, амбар, да. Тут вполне амбар. Дополнительное жилье для развития. Иду в банк. Мне уже больше нечего делать. Это не значит, что ты должен все воевать. Ну, я не собираюсь воевать. Я хочу забрать тот город, за который я очень долго воевал. Зря, что ли, были все мои усилия. Так, а куда я буду шпиона отправлять? Ну, ладно. Не хотел бы участвовать в разделе Польши. Приятно за счет союза с Кри совершать кругосветку. Грек, тебя как зовут?
Ну, как? Фига себе, реально распил Польши. Не, имя свое скажи. И фамилию. Йовлев Андриан. Да, Андриан. Грек, вид какой у тебя? Там же написано Йовлеха. Все, вид. Так, шпион один ход. Просад достроится, я смогу здесь купить гурдвару. 421. Поставил тебе две меточки. 180. Ну, мне надо как-то распространять потихоньку все-таки иудаизм. Давайте в Ереван. Договорились. Миссионера. Блин, а Айя Софию не построили? А где вообще Айя София? Нету Святой Софии? Ну, я, по-моему, никто не строил. О, я руручку могу. 58. Да, мне тут надо руручку. Где она? Сюда? Либо сюда, либо сюда. Но тут точно нет, потому что каменолом не дают соседство для этих, поэтому мне надо сюда руручку пытаться. Есть там человек? Он на фабрике. Он на фабрике. Так, а Магнус у нас в Вимапаяпуре сидит. Тут ничего вырубать нету. Блин, а где Айя София? Кто-то построил, по-моему, все-таки. Она где-то раньше была. А Святую Софию кто-нибудь построил? Вот она в Контрфорсе. Ладно, куплю тут. Ты же можешь посмотреть. Как? Забиваешь в поиск собор Святой Софии. Это если я... Сидишь всю карту, потому да. что у тебя союз с Кри. Да, ну ладно, я... Которые просят посмотреть цивилопедии, типа, вместо того, чтобы подсказать двумя словами, типа. Не, я проще сделал, я открыл этот строительство и увидел, что там собор Софии есть. Не, ну в принципе так тоже работает. Справедливости. Ну, вообще, я бы пошел уже дальше к Рим тоже обращать. Но это будет мне довольно много. Мне уже 40 науки уже дает. Блин, я вот... Если бы в этом городе можно было бы вот здесь поставить развлекательный комплекс, было бы вообще круто, но... К сожалению, нет. Видимо, куда-то сюда придется ставить. Так, универ. Кстати, тут тоже много тропичек. Кстати, я бы здесь вот тоже поставил. Давайте сначала мы... А, ну, тем более два хода я не могу еще развлекательный комплекс строить. И я так две бомбарды и не сделал, да? Нету смысла ничего ускорять. Просвещение два хода. Фабрика. Жилье тут есть. Водяная мельница точно не нужна. Банк точно не нужен. Давайте угольную. Так, здесь мы продолжаем... Покупать рабочих. Ну, я следующим ходом здесь начну убирать. Что тут я угольную пока достраиваю? Так, и у нас по науке... С кем у меня не союз? Американец, например, 153, да? А я вижу его города? Вижу. Ну, от Ваншани 56. Мало. Ну, а, потому что у него гавани в основном. Хорошо, у грека.
Ой, я открыл. Если шпионок грек... Да блин! Грек. 168. Да ё-моё, чё я убираю? Ну, неудобно сделано на самом деле. Афины. 48. А чё так у всех мало? Ну, Варшаву только захватил, там не может быть. Ну, видимо, в Эфес. Харихаралая. Тут вообще нету тропических лесов, поэтому развлекательный комплекс бессмысленно. Как и священное место. Водяная мельница. Но она только... Бонусные ресурсы, улучшенные фермы. То есть на два ресурса... Давайте, давайте водяную мельницу, кстати. Так, и не забываем тут каждый ход покупать строителей. Хавапура Прасад покупаем Гурдвару. И вот здесь развлекательный комплекс тоже вполне зайдет. Так, кампус еще. Вот, кампус сам добавил. Сначала кампус мы делаем. Пханомрунг. Так, ну тут я кампус вроде как тут хотел, да? Вот для Анкарвата Пханомрунге. Ну, плюс два вот тут. Они... А, вот. Здесь у нас кампус на плюс четыре. Кстати, а тут нам рабочий нужен. Амбар, наверное. Что со священным местом? Отличание, ты же мне оставишь посел этого? Или ты хочешь не дружить со мной? Конечно. Конечно, не хочет дружить с тобой. Просто... Я тебе там оставлял место под город, ну как бы у тебя было время там заселить. Слушайте, а давайте уже... акведук вообще-то. Уже с 93-й ход. Ходов. Ладно, подождем. Ну у меня вот тут вот очевидно, вот тут промышленная зона, например. Нормально. Так, ну я начинаю раскочегариваться. Начинаю раскочегаривать мою империю. Города поставлены все. Давайте думать по поводу ГГшек. Ну, я все еще думаю, Венецию стоит захватить. Ну и стоит думать о захвате англичанина. Видимо. Я забыл, а тут можно возвращать поселенца, если, ну, если чужой поселенец, ты его захватываешь? Там есть такое вернуть поселенца? Или нету? Вот зря. В пятерке есть, если ты чужого, чужой юнит где-то, захватываешь. Где-то в параллельной вселенной. Ну да. Пятерки юнитов. Это вообще как бы странно. Вот вы делаете стратегию, да, следующая часть. Такой... куча новых идей, да, но при этом как бы забываем кучу старых вещей удобных. Не понимаю я этого. Видимо, были какие-то планы. Может, еще ведут. Так, ну что тут? 3, 6... Я не знаю, кто забирает. 10. Я забираю. Гнездо это. Гнездо где? Инг, ты что ли? Да. Ну блин. Так, ну давайте, наверное, вот тут в Нагар Джаяшри поставим развлекательный комплекс. Теперь у меня на него. Ух ты, 105. Не, ну тут надо. Тут, извините, зоопарк столько веры, культуры даст. Плюс я еще тут культуры, блин, науки. То есть я еще тут все эти тропические леса сейчас пообрабатываю. Так, здесь тоже надо выкупить вот это. Строителя. Ну, теперь угольную можно. Куда критик летит? Расскажите. Космос куда?
библиотечку. Один ход. Так, к какому городу относится? К столице? Ну, я не знаю, я бы вот эту клетку как раз... Давайте Анкарвату вот эти две клетки передадим. Так. Рынок. Потом просад. Так, рынок и очередь просад. Здесь священное место, святилище. Ну и центр коммерции на плюс 3. Или лучше сразу, что мне тут святилище? Ну, оно, конечно, культуру мне дает, я понимаю. И веру. Ну, центр коммерции 10 ходов. Ладно, давайте святилище. Гавань, маяк. Паровой двигатель открыли, ускорили переработку. Что у нас тут дальше? Военная наука, при помощи рыцаря убить. Просвещение я ускорю. Давайте мы сначала просвещение откроем, потому что плантация будет еду давать, а потом переработку. Так, что тут у нас по великим людям? Мгновенно создает фабрику. Слушайте, наверное, уже пора апостолов делать. Тут один апостол покруче сработает, чем миссионер, если... А, я... так как я Ереван, то я могу... У меня есть Ереван, то я могу любые прокачки брать. И мне надо обратить будет, я думаю... Я смогу обратить... Кри. Или все-таки англичане надо обращать. Ну, блин, вот эти города Кри, они будут на него влиять. Сколько? 3 заряда. Маловато зарядов, конечно. Слушайте, а там, по-моему, где-то было какой-то курс, который... Жилье. Все города жилье и довольство, кстати, тоже было бы неплохо. Но мне вот это все соседство требует... Совместная церковь, конечно, была бы не... Ну, слишком... Может, пока теократию... Ну, слушайте, а мне теократия, пока я не выйду в, там, в демократию или в коммунизм, и, собственно, не на что менять. Ни монархия, ни торговая республика мне не лучше. Мне теократия лучше. Так, вот Ереван я сейчас обращу. Каринф уже обращен. Наверное, Болонью пойду обращу. Я не знаю, вот это... Мне кажется, грек зря на религию... Мне кажется, грек, ты зря на свою религию веру тратишь. То есть, я смотрю, ты там постоянно пытаешься... Там и поляк на тебя сильно влияет, и я на тебя сильно влияю. Тебе как бы это... Ты не сможешь никак. Элла. Просто. То есть я даже не обращаю тебя, просто вот у меня города влияют на тебя офигительно. Ну и этот протестантизм с другой стороны тоже. Там же дофига городов. У меня 20, у протестантов... А, там еще и католицизм 10. Ты бы лучше эту веру на что-нибудь тратил. Типа там на великих людей. И правда. Так, подходит. Подходим. Дед, оставь мне поздно тогда хотя бы. Есть Ереван. Зачем тебе что-то пытаться сделать?
Ну, я Болонию обращу, может, потом Лиссабон, хотя Лиссабон, по идее, сам должен обратиться. Тебе выписать односильно, что ты хочешь? Он хочет, чтобы ты ему Лиссабон оставил, ой, этот, кого там, Познань оставил. Познань. Не-не, Познань не забирайте, Краков оставьте. Так. Или Вроцлав. Снижает, нет, мне надо взять с утроенной силой распространяется. Это вот как раз для Кри и англичанина подойдет. Так, я еще тут где-то просад построил, по-моему. А, я уже купил, да? Гурдвару купил. Здесь тоже можно рурку, но здесь она похуже, несомненно. Так что давайте тут удаляем. Ставим 7 ходов. Долго, кстати. И мне как бы ничем не ускорить. Мне вот только давайте... интересно, а где находится эта моя 81 полумертвая сила? У меня, по-моему, никого не осталось, кроме торговцев. Ну, катапульты там у тебя осаждают страдания до сих пор. Тишмящих там было еще где-то. Че, вот это вырубим тоже... А, нет, это четвертый радиус, блин. Не вырубим. Так, не забываем каждый ход строителя тут делать. Просвещение, кстати. Давайте посмотрим, насколько увеличится у меня наука. 177, да? Если я ставлю рационализм, давайте вместо... Давайте, наверное, вместо священного места. Блин, на 5. Священное место, кстати, не насильно уменьшилось. Ну, сильнее уменьшилось, чем увеличилась наука, но я это могу стерпеть. Это, в принципе, неплохой прирост. Так, амбар. Нет, тут довольства нету. Водяная мельница, древние стены, военный лагерь. Давайте, наверное, театралку. А вот сюда я что поставлю потом? Как бы мне нечего в этой ромашке ставить. 3. Катакуи. Не, собор Василия Блаженного мне точно не нужен. Джипель Баркал могу. Ну, кстати... И дворец Потала. Кстати, дворец Потала — это интересная мысль. Вот здесь вырубить. Давай. Это дополнительная ячейка. По-моему, зеленого курса. Если я ничего не путаю. Да и Джибель Баркал сюда. Можно он потом добавится, просто клетка когда-нибудь. Здесь Джибель Баркал тоже нормально. Ну как, он как бы уже не нужный особо. Где эта фигня? Ладно, поставлю этот. Не знаю, Джибель Баркал. Ну я бы тогда строителя тут просто купил. Так, здесь уже куплен строитель и пропустил ход в этом городе. Во всем остальном уже все построено, да? Ну, в смысле, что-то строится. Просвещение поставил, дает мало. Давайте гуманизм, чтобы археологический музей
построить. Да, 266 у... А, он лабу поставил. И жжет уголь. То есть лабы где-то тут. Ну, это очевидно. Тут открываешь переработку и сразу видишь лабы, потому что они сразу следующие. Блин, может мне проекты на науку начать делать, чтобы хоть как-то его догнать? Как бы, а как по-другому? Откуда мне еще науку взять? Все, со всеми остальными норм. А вот Кри валит... Я реально не понимаю, откуда он науку берет. Караваны ко мне бегают. Не, ну сейчас еще более-менее... Ну до этого я уже в темный век, пожалуй, свалюсь. Потому что у меня слишком много городов. Так, здесь арену. И зоопарк. В этом городе вообще обязательно. Так. Дальше. Тут обрабатываем. Так, тут все правильно. И вот эти клетки надо обрабатывать. Ереван обращен. Блин, а как в... Блин, а тут в баллоне-то не пройти. Черт. Хм. Так, ну я бы Мистовасис обратил. Потом с Мистовасиса ну куда-нибудь сюда. Тут. Ого, тут варвары. Укри. Бедокурят. Слушайте, а где дамба, кстати? Я вот. Меня вот это. Это канал. То есть дамбу я так до сих пор еще не нашел и не открыл. Охренеть. Стоит ли мне тут развлекательный комплекс делать? Сначала фабрику. Ну, в принципе, тут тоже много тропических лесов. Довольство ушло. Может, я с кем-то поторговать могу? Оливки Греция, слоновая кость Индия. Индия, предложение. Греция, предложение. Так, какао у меня точно есть. Жемчуг есть. Да, блин, все остальное есть. Немножко довольство вернулось.
Так, 259 очков веры. Блин, 310 науки. Ну, это благодаря уже лабам. Это, вот это понятно, за счет чего у него увеличивается, потому что у него угольные электростанции создают электричество, и лабы — это 8 науки, да, считайте. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, это уже 40 плюс 40. Понимаете? Тем более, что в Микисе, в Вацике и в Ататакупе это плюс... 100% еще ко всем этим. Блин, мне реально надо города вырастить. Мне в Анхартхоме нужен акведук. А здесь чего нету? Чего мне тут не хватает жилья? Реально, почему мне так мало жилья здесь? Да. Что ты спрашиваешь постоянно? Мне кажется, что их куда-то все пропали. Так ты сам молчишь. Все судорожно домики строят. Это точно. Ага, новенькие домики на польской территории. Еще караваны. Ну давайте, откуда у меня бегалые уже. Давайте вот из этого города. Ого. Нубия приплыла Англию захватывать. Это интересно. Да что интересно, господи, блядь. Я сильно отстаю, пусть захватываю. Нет, интересно в том плане, что как он его, как он собирается удерживать эти города, если он их даже захватит. Может, военный лагерь поставить? Кстати, тут три фермы вот треугольничком можно. А, ну еще и темные. О, дамба, наконец-то. Отлично. Господи, наконец-то дамба. Ну, у меня такое подозрение, что тут очень многие сейчас в темный век уйдут. Ну, как раз никто воевать не будет. Ну, очень многим это не сильно помешает. А, я не открыл зоопарк еще, блин. И науки прям сильно меньше стало, мне кажется. Ну. Тяжело вообще. Ну да. Сильно уже не разгонишься. Так, сколько у этого зарядов? Два. Тут обработает. Ну, надо сюда еще. А этот сюда пойдет. А, у нас тут еще есть рабочий, блин. Тогда этого перебрасываем на этот фронт. Не хочу тут покупать клетки, у меня есть для других городов, ну куда деньги потратить. Так. Тут есть кампус на плюс 4, вот собственно... Значит так, 70, 105... Так, и сюда нужен рабочий. Ну,
шахты. Ну, наверное, я куплю даже его. Что тут откладывать? Так, арена есть. Амбар. Амбар, два хода. Да, наверное, давайте амбар. И фабрику в очередь. Блин, может мне еще и все-таки этих апостолов делать? Еще. Ну, охота быстрее все обратить. Челиня, а что это? Я на этих варваров у тебя вот в центре твоей этой все смотрю, не знаю, сколько уже ходов. Что это за парад там вообще? Учения такие. Потешные войска. Они почему-то не стали упарываться в город, пошли грабить все. Следующим ходом куплю апостола, наверное. Ну, то есть, я не спешу ни с обращением, просто потому что я не могу здесь побеждать. О, рыцаря, а там пайкэншоты. И делай с ними, что хочешь. Не могу апостол здесь взять, потому что у меня рабочий стоит в священном месте. Смешно. Смешно тут англичанин, конечно. Англичанин, купи, не знаю, какого-нибудь рыцаря хотя бы, чтобы силу городов увеличить. Как можно англичанинам на море проигрывать? Даже палёный. Давай, 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 умный. Скажи, как можно проигрывать? Ну, расскажи. Как можно тогда выиграть? Лучше расскажи. Да, просто, ну, хотя бы во фрегата бы вышел и бы отбился бы от него. Нет, просто у тебя, по идее, после каждой гавани у тебя... А, ты же за это играешь. Подожди. У него, наверное, нету этого. Да. Он же за Леонору играет. Но все равно у тебя морские войска с большим опытом, там все такое. Во-первых, нет мест нормальных. Во-вторых, нет науки. Это два. В-третьих, напали на меня в начале варвары. Просто дофигища. Я по темпу просел. Наверное, ну, на меня все. Тоже варвары вообще-то нападали. Варвары тут не оправдание, на самом деле. Так. Отсюда мне выгоднее все-таки в Кри отправлять. Еще могу. Караван, давайте здесь. Блин, ну я с науки 1/4 своей науки имею. С верой я имею в виду. С веры имею 1/4 своей науки. Слушайте, у меня тут... Слушайте, а где у меня был скаут? Не буду апать. Пускай так пока бегает. Блин, ну, Нуби, кстати, тоже очень прикольное место. Приятное для развития как раз через Нубию. Так, два посла. Ну, пока копим, ладно.
Дайте амбар. Побыстрее рос город. Так, я могу археологический музей делать, блин. Слушайте, а если хорошая засуха, она не влияет на клетки? То есть у меня тут ничего не было. И слава богу, как говорится. Археологический 580. Блин, мне бы его построить вообще-то. Чтоб зоопарк быстрее был. Гуманизм открыл. Можно апостола. Ну давайте все-таки. Блин, теперь не хватает веры. Но я потратил тут. Но пока Ереван есть, это имеет смысл использовать. Болонью обратим, Лиссабон сам 20 ходов, Вильнюс уже. А, не, Вильнюс почему-то в черепаху обратился. Ну ладно. Так, тут вот все города. Ну тут не сильно, 29-28. А что, там, что они там в религиях попринимали? Там явно этот культ черепахи что-то против... Снижено 30%. Ну, это не победить религии, как вы понимаете. Православие. Он, боже, он еще и купил даже апостола. Потратил веру, чтобы укрепить православие. Ну, это грек. Ну, вот это бессмысленно. Верование хорошее, он, наверное, вот ради вот этого на самом деле пытается что-то сделать, чтобы деньги у него капали, но это очень тяжело. Смотрите, уже Эфес чистый. 35 силы у меня здесь. Ну, потому что тут еще Мокша сидит. Кстати, Мокшу можно пересадить. Просто черт знает где. Я его до сих пор не нашел. Кто черт? У меня самая высокая культура, и я до сих пор его не нашел. Национализм. Вот это последняя теха про мэра, это и есть национализм. Для нее нужно открыть оперу и балет, урбанизацию, выжженную землю. Да. Просто трэш. А инженерия тупиковая. Кайф. Где предложение? Так, причем самые колонизм, полезные техи, вот естественная история, строительная инженерия, они типа не в ветке, короче, к национализму. То есть их просто открываешь, они тупиковые. Я же говорю, инженерия тупиковая. Да. Ладно, естественная история и так тупиковая. По большей части. Чё там за кризис? Польша, что ли? Нет, против Америки. А чё Америка делает? Не, у меня военный, кризис против этого, против Нубии. Против Нубии. А, странно, а мне не выпал. Странно, почему? А ты что ли в союзе с Англией? Нет, в дружбе. А, ну наверное, потому что в дружбе. Я так с Англией вообще ничего. Самое интересное, что ГГшку я убил 60 ходов назад. Так это, так может я попилить англичанина? Не знаю. Ну я просто не понимаю, как нумибийц хочет те города удержать, честно говоря. Нет. Да где он Руркус? Я специально смотрел еще где... А, понятно, инженером, ясно. Ай, блин. Ну, надо тут что-то построить. Какое-нибудь чудо. Видимо, тут только Тадж-Махал. Да, Рурка, конечно, хреново, что досталось Кри. Так, давайте. Апостол. Слушайте, ребят, я, короче, пошел. Пилите там, не знаю, смысл мне уже тут сидеть.
Ну, то есть ты вообще даже там сопротивляться не будешь, ничего, воевать? У него один город остался с двумя жителями. У кого? Ты это англичанин сейчас говорил? Ты про кого вообще? Я думал, это поляк. Нет, это англичанин, говорит, в том-то и дело. Убийц, хочешь, я город на, типа, на суше и Плимут заберу, типа, ты все остальное? У англичанина такая же ситуация, как и у меня. Я вообще не знаю, ну, слушай, смотри, Кри, вот ты заберешь города, а разве не будут у Нубии города отваливаться? Давай. Короче, англичанин тупо ливнул. Ну вот, еще один ливер. Блин, надо ли мне Сингапур обращать, я вот думаю. Или к научному союзу? Я бы лучше пошел к Канди обратил скорее. Кто это говорит? Ой, а тут у нас варвары. Ну, я думаю, что он с ним разберется. Золото. О, отсюда внезапно в нумибийский город нормально бегает. Так, а тут давайте вырубим и шахту поставим. А этого сюда. Так, 3-3-3, да, тут все норм. С 2-3, да. Красиво, у меня тут уже города становятся. Кину. Фермы есть. Так, ну надо уже сюда куда-то что-то обрабатывать. Вот тут, наверное, фермы стоит. Это же все одна и та же река, да, этот Бассак и тут Бассак, да? Нет, тут Меконг. Это разные, то есть тут еще можно дамбу ставить. Ну захватите уже эту несчастную Познань. Прикол. Ну надо ставить, значит. Блин, как бы мне... Может, соль уже? Две соли? Нет, да-да-да. На производство. Что-то тяжко, может, здесь не перерыв? После раздела Польши. Да, давай Польша уже уйдет. Так, Польша пока не могу этих... шпионов делать. Амбар. Один ход до возможности район ставить. И какой мне тут район? Нет, тут как что-то странно в этом городе, конечно. Давайте пока строителя просто буду строить. Строителя. Найдены источники. Тут синхронизация. Англичанин просто ливнул. Такой, блин, все, у меня захватывают города. Ну я Сток-он-Трент тогда пойду захватывать. Ну я бы его как-нибудь захватывал все равно, этот англичанин. Тем более, вот этот город конкретно ко мне относится. Потом можно Венецию еще будет забрать. Я не знаю, то есть... ну, конечно, мне не нравится, что Кри вот это захватит, но тут как бы невозможно... То есть, если даже я это буду захватывать, например, вот я все три города захвачу, то они будут отваливаться в пользу Кри. Так. Ну, кстати, а нафига я этого апостола сделал? Ну что, в этот? Отправлять, что ли? Ну, тут мало последователей. 2-2.
О, пехота уже. Ну, нефть у него завались. Через сколько у нас союз заканчивается? 12. Ну, я думаю, что я сам выйду в пехоту. Вот тут химия следующая, прикол. Так что я не очень боюсь, что он на меня будет нападать. Так, а кто у нас тут в кавалерию? 135. Можно поставить на скидка в золоте. Блин, ну я не знаю, в три раза, чтоб сильнее обращалась. Ну ладно, наверное, возьму. Все равно схожу вот эти, конечно, 15-16 ходов, но чем быстрее обратим, тем... Хотя, может, лучше в Эфес тогда. Блин, фиг знает. Есть баллони. Не знаю, надо ли мне покупать эти клетки. Как-то вот жалко просто тратить деньги на эти клетки. Ну, расти-то надо. Так, а что тут вообще обрабатывается? 3, 3, 4. И тут произойдет. Ну, тут, собственно, 6 ходов можно ничего и не покупать, и не обрабатывать. Тут тоже уже все обработано, да, но уже рабочих надо к этим городам отправлять. 4. Ну, тут надо будет в научные ГГшки, когда лабы построю. Тут мне уже не надо так много веры. Ну, то есть, не стоит. Тут больше именно в научные ГГшки надо будет послов отправлять. Так. Давайте, наверное, урбанизацию. Нет, давайте оперу и балеты. Я художественный музей не скоро построю. Так, а Манхартхоме после Тадж-Махала не художественный, археологический. Две полевые пушки. А пушки где вообще открываются у нас? Фиг знает, да? Где-то здесь. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!